Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 13 января, под Старый Новый год, мы традиционно отмечаем, ну, как бы, мое приближение Старого Нового года и традиционно, ну, мой, можно сказать, юбилей. Мне 65 лет, завтра исполнится. Вот. Те, кто меня не знает, я вообще-то музыкант, всю жизнь занимаюсь музыкой, зовут меня Константин Иванович Панкратов. Вот. Сегодня в нашей программе будет представлено все те проекты, в которых я непосредственно в последнее время принимаю участие. И вот первым номером хотел вам представить нашего рязанского исполнителя-композитора Олега Тюрина. Вот. Я с Олегом познакомился где-то год назад, может быть, даже побольше. Он ко мне подошел как-то и говорит: вы не хотели бы выступить со мной в конкурсе композиторов, ну, аккомпаниатором в его. Ну, мы выступили, заняли первое место, и с этого момента вот он пишет очень хорошие, добрые песни, и сегодня ко дню рождения он как раз вот и к Старому году и написал. Ну, сами послушайте. Следующая песня, ну, она как раз к этому дню, она новогодняя. Автор я, Константин Иванович помогает. Звезды на небе зажег, осветите ночной.
всем желает добраться скорее домой. Не заблудиться, не сбиться сегодня с пути. Встречи с друзьями и радости ждут впереди. Сказка начнется, осталось немного, чуть-чуть. Желание хорошее ты загадать не забудь. Ночью все сбудется, ты мне, дружище, поверь. Ровно 12 счастье войдет в твою дверь. Новый год, Новый год, о, ко всем нам придет. Ты шампанское, бокалы наливай. Ты глаза закрой на минутку и придумай желание себе. Все исполнится в эту ночь на этой земле. Закончится сказка, погаснут на елке огни. Но ты все хорошее в сердце, мой друг, сохрани. Сказка пройдет, знаешь, но ты не грусти. Что загадал, все исполнится, все впереди. Новый год, Новый год, о, ко всем нам придет. Ты шампанское в бокалы наливай. Ты глаза закрой на минутку и придумай желание себе. Все исполнится в эту ночь на этой земле. Новый год, Новый год, о, ко всем нам придет. Ты шампанское в бокалы наливай. Ты глаза закрой на минутку и придумай желание себе. Все исполнится в эту ночь на этой земле. Все исполнится в эту ночь на этой земле. Все исполнится в эту ночь на этой земле. С Новым годом! Следующим номером будет выступать мой сын, Володя Власов. Первая песня какая будет? Сейчас какая? Да, первая. «Лунная». А кто написал? Композитор Алексей Рыбников, слова поэтессы Юлии Ким. Да, а вторая песня – это Борис Гребенщиков. «Зум-зум-зум». Да, регги, знаменитый «Зум-зум-зум». Ну, Володь, давай, удачи тебе. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких радостных глаз. Сокровища вселенной сверкают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю. Который час 12 примерно, там на земле в этот час лучше всего
видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне. На луне лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету. И это действительно так. Смотрите в телескопы и снова открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль полей, между жемчужных огней, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне, лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Это песня Бориса Гребенщикова, написанная она и Борисом Гребенщиковым в 2005 году. Она вышла на диске 2005 года «Зум-зум-зум». Мои уши не знают ничего, кроме музыки регги. Небо и земля работают под музыку регги. Никто в мире никогда не слышал этой музыки регги. Но Лев Толстой писал тексты исключительно для музыки регги. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето. Это потому, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. А все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. Это ничего, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Но с него сбили пломбы. А где-то внутри все равно поет мутант Соловей. Известно, что душа имеет силу ядерной бомбы. Но вокруг нее пляшут лама, священник, раввин безнадежных степей. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето. Это потому, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. А все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. Это ничего, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Эй! Thank you.
такой же дыре живет мое племя. Глубоко под водой, где лицом к лицу не видно в упор. Но еще чуть-чуть, и на часах будет новое время. Один мой знакомый, он знает, он в курсе, он сказал, что оно придет скоро. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето. И это потому, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. А все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. И это ничего, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Я! Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето. И это потому, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. А все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. И это ничего, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето. И это потому, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. А все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. И это ничего, что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Володя Власов, Йогов Барашкин. Сейчас группа «Спектрис». Группа «Спектрис», Владивосток. Володя Цуканов, Екатерина Леснянская. Долго жили во Владивостоке, потом решили перебраться в Рязань. Вот. И мы встретились и забабахали. Такой проект интересный. Сейчас послушайте. Добрый вечер. Ну, мы сейчас немножко покажем из нашего проекта. И вот, недолго думая, посмотрев друг на друга, мы решили спеть одну из наших новых песен, которая родилась в прошлом году. Она называется «Рыжая Соня». У нее улыбка Будды и зеленые глаза. Даже ангелы вздыхают, когда видят это тело. Она спит в моей постели, словно сытая гюрза, потому что остальные ей немного надоели. Рыжая Соня, рыжая Соня, рыжая Соня, рыжая Соня. Ее четкие веснушки, капли в рыжем молоке, ее губы створки рая на клубничных островах. Я лежу, я уплываю вдоль по радужной реке, чтобы рухнуть с водопада и разбиться в пух и прах. Рыжая Соня, рыжая Соня, рыжая Соня, рыжая Соня. Рыжая Соня, рыжая Соня, рыжая Соня.
ближе, Соня. Еще несколько мгновений в этом утреннем тумане, и пора бы мне проснуться и подумать, зло и чуждо, как она домой вернется и нечаянно обманет, и глазами, и губами недоверчивого мужа. Рыжая Соня, 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 рыжая Соня. Разговор с Че Геварой. Ну, если бы Че Гевара был бы жив, о чем можно было бы с ним, пожалуй, поговорить. Лучше. Теперь-то ты знаешь, что в случае революции получает черни. Право ожираться ровным в любое время. Или на попе ровно сидеть со всеми. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, давай споем на пару. Че Гевара, возьми свою гитару, Че Гевара, Че Гевара. Дышать, пытаться любить, говорить о свободе, у нас все не так, как надо, и силы уже не те. Люди скалились на дачах, стерегут свой картофель. Наплевать на вождя, на фас его и на профиль. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, давай споем на пару. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, Че Гевара. Тихой сапы раздал все самое лучшее в чужие лапы. Сидит во дворце и сверху глаголит людям, что мы не такие, как все, что лучше будем. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, давай споем на пару. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, Че Гевара. Может быть, с мертвой точки сдвинется дело, и мы соберемся Хуана послать Фиделя. Может быть, стоит как ты зайти за рамки, но не зря же ты был неистовым командантом. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, давай споем на пару. Че
Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, Че Гевара, Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, давай споем на пару. Че Гевара, возьми свою гитару. Че Гевара, Че Гевара. Спасибо. Эта песня родилась по мотивам известного фильма «Кин-дза-дза». Ну и, в общем, в это время происходили очередные кое-какие выборы. Ну и, в общем... Что, у нас много политического? На эту тему и песня. Ну сейчас в стране кризис, там все такое. Эта песня очень актуальна после пенсионной реформы, и так что она прям вот так вот хорошо. Она дает стимул для выживания. Это нам нравится. Мы с тобою пацаки, что надо. Мы гордимся своей страной. За работу не просим награду, и никто не пойдет к нам войной. Нас ведет господин из народа, его имя сокрыто в веках. Но последний глоток кислорода исчезает в его кошельках. На потрёпанном пепелаце мы умчимся вдаль в никуда. О планете родной заплачем, что украли у нас господа. Рабство тяжкая доля пацака, голосуй или не голосуй. Все одно не поможет и драка, ты получишь не то, что хотел. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Мама, мама, что мы будем делать, у меня нет теплого пальто. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Да, да, да. Мама, мама, что мы будем делать, у меня нет теплого, у меня нет теплого, у меня нет теплого пальто. Напрасно в космосе так одиноко, звезды на небе ярче, все по местам и по срокам. Сгинет проклятая ига, пусть не сегодня, завтра планете будет угодно. Чатлане, идите все! Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Мама, мама, что мы будем делать? У меня нет теплого пальто. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Да, да, да. Мама, мама, что мы будем делать? У меня нет теплого, у меня нет теплого, у меня нет теплого пальто. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Мама, мама, что мы будем делать?
у меня нет теплого пальто. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Да-да-да, мама, мама, что мы будем делать? У меня нет теплого, у меня нет теплого, у меня нет теплого пальто. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Мама, мама, что мы будем делать? У меня нет теплого пальто. Мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода? Да-да-да, мама, мама, что мы будем делать? У меня нет теплого, у меня нет теплого, у меня нет теплого пальто. Спасибо, друзья. Следующим номером в завершении нашего первого блока мы покажем вам такой новый проект на стихи Сергея Есенина. Группа «Верес» и Валентина Рязанова. Прошу на сцену. Добрый вечер, дорогие друзья. В этот прекрасный зимний, снежный, потрясающий, предпраздничный вечер. Мне бы хотелось всем вам пожелать здоровья. А самое главное, простите, а самое главное, мне хочется пожелать нашему замечательному другу, это Константину Панкратову, потому что это действительно творческая натура. Творческое, с большой буквы слова. Если здесь музыканты, то знают, что такое, кто такое творческая натура. Это перепады, бывают резкие, но это, можно сказать, любимец публики и любимец всех людей, которые рядом с ним находятся. Пользуясь случаем, очень хочется вручить от нас с Катериной вот такой подарок. Это, значит, известного произведение известного китайского мастера. Тут и, в общем, роспись по шелку, и стекло, и черное дерево. Вот это вот такая штука. Для чего она нужна, я сильно не понял. Как бы эта штука еще крутится в виде глобуса. Ну, в общем, в хозяйстве сгодится. Поэтому мы тебе это вручаем. Еще хочу сказать, что сейчас прозвучат в нашем исполнении три произведения на стихи нашего замечательного поэта-земляка Сергея Есенина. А музыка нашего тоже замечательного друга и композитора Константина Панкратова. С добрым утром, с добрым утром.
с хартым перлом утром. И качаясь, шепчет шаловливо: с добрым утром, с добрым утром, с добрым утром. И следующая песня, также композитора Константина Баткрадова, на стихи Сергея Есенина, называется «Рана». Леглась моя былая рана, пьяный бред не глушит сердце мне. Синими цветами Тегерана я лечу их нынче в Чайхане. Сам чайханщик с круглыми плечами, чтобы славилась пред русским Чайхана, угощает меня красным чаем вместо крепкой водки и вина. Угощай, хозяин, да не очень. Много роз цветет в твоем саду. Не за даром мне мигнули очи, прятки, но в черную чаду. Мы в России девушек весенних на цепи не держим, как собак. Поцелуя учимся без денег, без кинжальных хитростей и драк. Ну а этой за движение стана, что лицом похожа на зарю, одарю я шаль из Харасана и ковер шерацкий подарю. Наливай, хозяин, горячий чаю, я тебе вовеки не солгу. За себя я нынче отвечаю, за тебя ответить не могу. На дверь ты взглядывай, но калитка есть в саду. Не за даром мне мигнули очи, прятки мы в черную чадру.
Спасибо. Ну, еще одна песня. «Ой, ты Русь моя родная». Спасибо, группа «Верес», Валентина Рязанова. Спасибо Константину Панкратову. Дмитрий Козырев, Андрей Бондарев, гитара. Кстати, аранжировку делал Андрей. Вот. И вообще это получилось интересно, как арт-рок какой-то прям. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, и следующее, второе отделение. Группа «Филинс», Сергей Грематин. Ну, естественно, со мной на бас-гитаре. А, спасибо, что пришли в гости к нам. А я хотел от тебя поздравить Константина с днем рождения. И Константин является одним из тех людей, на которого я смотрю, и я хочу, короче, в таком возрасте выглядеть как он. Вот так вот. А еще бегать, курить именно в футболке на улицу. Не как какой-то там этот, одевать на себя шубу, дубленку, заворачиваться. А просто пойти, как он сейчас взял, и с легкостью сигареточкой пошел-ка я на улицу покурю в футболке.
что говорит о добром, необходимом для него здоровье. Так что, Костян, поздравляем тебя, наш родной, наш дорогой. Как говорится, нас мало, но мы крутые. Дорогие друзья, поздравьте Костю! Добрый вечер, а что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножил счастливые дни. Он принес нам счастливые вести. Подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили. И уже зажигаем огни. Добрый вечер, добрый вечер. Мы уже зажигаем огни. Добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами. И шумит на бульварах листва. Он годами, хотя и не молод, но душою он молод наш город. Добрым людям распахнуты настежь. Добрый город, родная Рязань. Добрый город, добрый город. Добрый город, родная Рязань. Давай, Сережа! Аплодируйте Сергею Дрогишу. Он очень крутой. А что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами. И шумит на бульварах листва. Он годами, хотя и не молод, но душою он молод наш город. Новым людям распахнутый настежь. Добрый город, родная Рязань. Добрый город, добрый город. Добрый город, родная Рязань. Добрый город, добрый вечер. Уже зажигаем огни. Пока там чего-то перекидывают каналы, откуда ты, куда ты. Я тоже хочу поздравить Костю с днем рождения, с наступающим, так сказать, его очередным Новым годом. Я хочу сказать, что меня судьба свела с этим человеком в 85-м году. В 85-м году началась эпоха перемен, как вы знаете. Вот. И Костя совершенно уникальный человек. Он, как он, это интересно рассказывать все эти истории. Он
пережил, как он сам говорит, 9 президентов, начиная со Сталина. Он родился в последний год, когда еще Сталин присутствовал, так сказать, своей персоной и так далее. Костя, если говорить о музыке, Костя прошел через все стили и направления. Если мы будем говорить о вокально-инструментальных ансамблях, он играл в главных вокальных инструментальных ансамблях и для Рязани, и для России. Если говорить о рок-музыке, он, конечно же, играл в рок-группах, в знаковых рок-группах. Если говорить о джазе, то, понятно, это самый первый, так сказать, и, можно сказать, последний бас-гитарист настоящий, который умеет играть свинг. И я это почувствовал еще тогда, в далеком 85-м году, когда Александр Семечкин меня позвал в свой ансамбль. И когда Костя по каким-то причинам не приходил на концерт, по каким-то там, вот, то иногда Семечкин приглашал другого бас-гитариста. И я еще тогда, будучи совершенно неискушенным в джазовой музыке, я чего-то сразу подозревал. Я замечал, что что-то самое главное из нашей музыки исчезает вместе с Панкратом. То есть вот то ощущение свинга, этого тонкого ритма, вот, исчезает. И когда я подходил и спрашивал у Семечкина, я еще мало чего тогда знал, да и Костю-то мало знал, говорю, а вот что, говорю, а почему Костя-то не приходит? Ведь вот правильная музыка сразу как-то получается. Ну, со временем разобрались, и с 97 года мы уже стали вместе играть, и с той поры вот продолжаем это делать. Вот видите, сколько сегодня было других коллективов, самых разных. Все, Константин Панкратов. Давайте его поздравим, Костя, мы тебя очень любим. И самое главное, что даже в кафе «Фонтан» только один Костя отмечал 4 юбилея. Вот сегодня 4-й. Ваши аплодисменты. Ну чего, про зиму, да? Новый год как-никак у нас, да? Чего? Let it snow, давай споем. Да, Новый год, конечно. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. The others show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home might be warm. The fire is slowly dying, and my dear, it's still goodbye. And as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh. Show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Ooh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. The fire is slowly dying. M.I.G. we're still goodbye. And as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Катарина,
Как ты странно идешь, ты вот-вот-вот упадешь. Катарина, о-хо-хо-хо, ты не стоишь на ногах, надо доктора, а что с тобой? Все понятно. Ну дела! Это мамины туфельки, ты их тайком взяла. О, Мадонна, в 15 лет ты на гвоздиках вышла в свет. Видно, мамы твои дома нет. Катарина, ты пришла танцевать, но не в силах стоять совсем. Катарина, о-хо-хо-хо, ходить вот так мудрено, извини, нам смешно очень всем. Что за мода? Брось, сними! Хороши без туфелек ножки твои, пойми. О, Мадонна, в 15 лет ты на гвоздиках вышла в свет. Видно, мамы твои дома нет. О, Мадонна, как ты идешь? Ты вот-вот-вот-вот-вот упадешь. Упадешь, упадешь, Катарина. После танцев, ой-ой-ой, она бросила туфельки босиком домой. Несмотря на чужих парней, вышла и никаких гостей. Босиком так пошла Катарина. Босиком так пошла Катарина, Катарина, Катарина. Стас — это вообще уникальный человек. Я помню давным-давно, не помню в каком году он ко мне подошел на после очередного джем-сейшена при Семечкине еще и говорит: а можно я с вами буду заниматься? Ну, типа я учитель, он ученик. Я говорю: можно. Ну, в общем, мы с ним сидели, пыхтели где-то год. Ну, приходил ко мне домой, мы с ним занимались. И сейчас это один из самых востребованных джазовых гитаристов, который организует очень интересные проекты с супермосковскими музыкантами. Вот. Следующее его выступление будет с Екатериной Черноусовой. Это такая достаточно известная. С Алексеем Алексеевичем Кузнецовым, народным артистом
России. Вот. Так что Стас держит марку очень хорошо. Стасик, давай. Thank you.
Thank you.
be home for Christmas. You can count on me. I'll be home for Christmas if I live my dreams. If I live my dreams. Еще разок. If I live my закон давно известен, мне интересен мир без песен. Но даже если дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первый посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабыть, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только вперед и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первый посмеяться над собой. Пой, засыпай, пой во сне, проснись и пой. Дорогие друзья, поаплодируйте Сергею Долгишеву. Дорогие друзья, Стас, выйди сюда. Это Станислав Глушенков, он очень крутой. Он эту песню сейчас играет первый раз. Это сейчас все рождается прямо здесь на сцене. Конечно же, Геннадий Филин, поаплодируйте человеку, который влюблен в музыку. Разумеется, Константин Панкратов, аплодируйте ему, человек-машина! Человек, который никогда не ошибается. И, конечно же, поаплодируем ему еще раз, у него день рождения. Вячеслав Сергеев, наша энергия, наша мощь, наша сила. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первый посмеяться над собой. Пой, засыпай, пой во сне, проснись и пой. Часто взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, вода и все, что не возьмешь.
Видно, забыли, что вначале деда долго и ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай Габризин успех, он выбирает из тех, кто может первый посмеяться над собой. Пой, засыпай, пой во сне, проснись и пой. Проснись и пой. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первый посмеяться над собой. Ой, засыпая, ой, во сне, проснись и бой, проснись и бой. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первый посмеяться над собой. Ой, засыпай, ой, во сне, проснись и пой. Спасибо, дорогие друзья. Костя, с тебя прощальное слово. Ну что, вот и подошел к концу наш вечер, но не подошла к концу наша встреча в будущем. Я надеюсь и уверен, что после сегодняшнего концерта вы все-таки придете еще раз на наш концерт, и мы также мы увидим ваши милые, веселые улыбки. Вот. Может быть, чуть грустные, где-то иногда проскальзывают. А вообще. Спасибо вам, большое спасибо группе Филинс и ребятам, которые там за барной стойкой. Вот, всем ребятам. Доброй ночи вам.